Чтобы зимой не было неприятных сюрпризов, специалисты по ОТ Плюс взялись за ремонт теплосетей на кольце автовокзала. Здесь трубы не перекладывали с 1972-го. Срок эксплуатации истек уже 22 года назад. Этот участок снабжает тепловой энергией потребителей южной части города. Работы идут без срывов и отключения потребителей от горячего водоснабжения. В ходе перекладки специалисты заменили 700 метров трубопровода. Остается до 1 августа выполнить монтаж коммуникации и благоустроить участок у троллейбусного депо, так как это было уже сделано непосредственно на самом кольце. Как мы видим, асфальтобетонное покрытие восстановлено. Кроме этого, в администрацию города Иваново было много обращений от жителей по поводу восстановления клумбы на кольце автовокзала. В данный момент мы видим, что данные работы уже начаты, и до конца недели они будут завершены. В 2019 году Т-Плюс меняет в областном центре магистральные сети теплоснабжения общей протяженностью чуть меньше 3 километров. Стоимость работ составит около 170 миллионов рублей, а всего на подготовку объектов к зиме затратят 500 миллионов рублей. На сегодняшний день 4 участка в работе. Значит, у нас на Королёво происходит работа, на Советской. Вот. И мы вышли сейчас на Кохомское шоссе. По нему, значит, работы только начались, планируется до конца августа. А в разработке у нас остаются 3 участка, значит, это пересечение Панина Куконковых. Ну, большей частью работы это на Панина и выход пересечения Куконковых. Дальше Запрудное, это пересечение улиц Советская и Бубнова. И остается один участок, это Владимирская, практически он самый последний. Но где-то до середины сентября мы планируем его закончить. Участки выбраны, исходя из приоритетов аварийности. Здесь у троллейбусного депо трубы можно будет не перекладывать еще минимум четверть века. Ремонт – залог надежности отопительного сезона многих зим впереди. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.